Президент дал свою оценку выборов в Запорожской области. Ее озвучил на брифинге председатель обладминистрации Борис Петров. Запорожская область получила положительную оценку за результаты выборов. Потому что главное в этой оценке было прозрачность, демократичность, то, что мы обещали вам, населению и президенту. Поэтому он оценил по достоинству нашу с вами работу.